Я зашел первый раз, первый смерть за смертью, получаешь удовольствие через боль. Дядь, ну ты думаешь, я не умирал? Ты думаешь, я пока не умирал? Все приходит с опытом. Я тоже постоянно подыхал раньше. Боялся каждого шороха. Сейчас донатов боюсь, конечно, которые залетают не вовремя. Да и так иногда бывает, так убьют. Перепугают из-за угла, выскочат. Шлем попадут, я не знаю, хедшот. Бежишь, никого не трогаешь. Залетает шлем. 72 на 54. Два теплака, а такие косые. Два теплака меня не увидели. Что за люди? Такой пати жесткая, да? Так, еще один диплак минус. Еще один диплак минус, ребят. О, кому-то залетело. Начали друг друга уже херячить. Так. Так. Два диплака минус. Но тип по мне стрелял, получается, от времянки, да? Что, третий диплак получается? Четверо их было. У теплака, понимаете, есть дальность видимости. Если ты будешь избегать дальность видимости и пользоваться вкладкой местности, вот видите, я пользуюсь вкладкой местности, и меня не видят. И я постоянно флангую, постоянно двигаюсь, не нахожусь на одном месте. Одного убил, сразу позицию поменял. Второго убил с другой позиции, позицию поменял. Видели, да, типа? Минус третий диплак. Поэтому всегда меняйте позиции. И пользуйтесь складкой местности. Лес в этом плане идеален. Да вот, вот он! Так, у меня бот спалил. Берем больше радиус из-за этого. Вот он двигается. Нет.
четвертый. Это вообще какой-то тип левый. Отставить. Вообще какой-то левый тип. Последнего видели? Круто меня. Круто меня, парень. Четвертый. Не закрутил. Ой, думаю, хороший, с пивом. По-моему, у них жопы сгорели. Пипец, как сгорели жопы. По-моему, у них жопы так сгорели, ребята. Теплаки на месте. Так, раз, два, три, четыре. Это здесь был, да? Этого раскидал, пушку с него забрал. У него тоже теплак был, 64-й левел. Новички, пати новичков, ребят. Он куда-то воду, наверное, выкинул ее. Он, наверное, пушку куда-то воду выкинул, ребят. Я не вижу смысла искать ее. 100% в воде, да, да, в воде. Но я думаю, это 4 репорта, ребят, я думаю, это 4 репорта. Штурмана немножко позамещали, как говорится. Позамещали штурмана маленько. Так, не главное пиво, ребята, не главное пиво нашли. Самый плюс этой катки, то, что у них пивас. У нас свой штурман, да-да-да. И конкурсы интересные у нас. Но они не местах, они двигались, братан, они двигались, они реально двигались. Даже высоты пытались занять. Опасно, опасно. Не, ну классная катка, катка прям огонь. Как говорится, привет, Ютуб. Привет, Ютуб. Спасибо за просмотр данного видео. Думаю, видео вам понравилось. Если, опять же, понравилось, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Клан у них Билли. Клан у ребят Билли. Напишите, что они делали неправильно, эти ребята, в комментариях. Обязательно вам отвечу.